Смартфон похож на мини-компьютер, которым вы управляете, прикасаясь к экрану, а не с помощью кнопок, как на обычном или многофункциональном телефоне. Они могут делать фотографии, воспроизводить музыку и видео, а также иметь приложения, которые помогут вам наслаждаться лучшими возможностями интернета. Устройства с поддержкой Android являются самыми популярными смартфонами во всем мире. Они помогут вам искать последние новости и информацию, делиться фотографиями с друзьями и наслаждаться любимой музыкой и спортом. Это означает, что вы можете получить карту и выбрать наилучший маршрут к следующему пункту назначения с помощью Google Maps или освоить новый навык на YouTube. Если вы хотите использовать телефон Android, вам нужно будет создать учетную запись Google. Учетная запись Google действительно важна для использования вашего мобильного телефона Android. Это позволит вам получать приложения и упростит использование таких приложений, как Chrome, Gmail, YouTube, Maps и Google Assistant. Наличие учетной записи Google также поможет сохранить всю вашу информацию. Например, контакты, приложения и фотографии в одном месте. Это поможет, если вы захотите перейти на другой телефон в будущем, так как вы сможете автоматически сохранять всю эту информацию там. После того, как вы используете свой телефон Android, есть также несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы обезопасить себя и сэкономить деньги. Например, вы можете создать пин-код или пароль, которые означают, что другие люди не смогут использовать ваш телефон, если он будет утерян или украден. Или вы можете включить режим экономия данных, который будет означать, что вы используете меньше данных при использовании приложений и, следовательно, тратите меньше денег. Использование телефона Android может раскрыть вам возможности интернета.